Так, добрый день всем. Сегодня у нас 23 марта 2019 год. Температура на улице в Турции, в Сиде, поселок Евресеки. Вот видите, 23. Температура 25 градусов. Так, насчет моря. Купаются люди ли сегодня в море? Вот мы пришли на берег. Вон там купаются. Я надеюсь, вам видно, да? Мало народу, но купаются. Потрогаем водичку, пощупаем. Водичка хорошая. Но сегодня волны побольше, чем вчера. Ну, можно сказать, это не волны. Хорошая вода. Да, может, это не так, но такая, как вчера. Сегодня волн нет, и хорошо прямо. Вот стоишь, она, я не скажу, что она прямо холодная, нет. Она хорошая вода. Это море нормальное сегодня. Можно уже купаться. Вон народ все купается. Ой, красота. Мы всегда тоже смотрели перед тем, как ехать, за неделю погоду, какая сейчас погода, потому что каждый год погода разная. Бывает март очень жаркий, бывает не очень. И буквально за 2 недели смотрели, что тут еще в кофточках ходят. Но сейчас, да, вот всю неделю нам повезло, как мы здесь отдыхаем. Стоит прекрасная погода, просто прекрасная. Поэтому вот нынче, вот в этом, да, году можно спокойно в марте ехать, отдыхать. Кто вот сейчас планирует. Погода, конечно, очень хорошая. Ну, на этом буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующих видео. Спасибо, что вы нас смотрите.